Сын Шепелева и Фриски не называет мамой жену отца. Дмитрий Шепелев обычно уклоняется от разговоров о своей покойной гражданской жене Жанне Фриске, равно как и старается уберечь от излишних пересудов их общего сына Платона, который живет вместе с ним. Но сегодня в сторис Инстаграма он все же ответил, хоть и очень кратко, на вопросы своих подписчиков. Так, оказывается, маленький Платон жену Дмитрия, Екатерину Тулупову, зовет не мамой, а Катей. И Шепелев рассказывает мальчику про его родную маму Жанну.